И мы снимем для вас просто очередной лайв, как вы любите. Прикинь, моя BMW, моя бывшая BMW. Понял ты? Ту турбоуцы. Салам алейкум. Стой, 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 не смей. Моя любимая Совершенно случайная встреча, чтобы вы понимали. Это что не выходит, я понять не могу. Я ему говорю, я понимаю, у тебя М2, все дела, выйди, поздоровайся, салон Кин оператор. Случайно это получилось. Салон Кин, брат, поздоровайся. Салон Кин, да? Блин, какая ностальгия, просто какая она кайфовая. Напишите, это тройка или же М2? Ну, многие, наверное, выберут М2, потому что М2 это классика, это сток. Кстати, я не поздравил тебя, поздравляю. Спасибо. С приобретением новой М2. Теперь ты мне еще стал ближе другом. Ассаламу алейкум. Ты купил его недели две, как я увидел, ты не научился дрифтовать. Сегодня сделаем пару уроков по дрифту тоже, кстати, ну, будем учиться. А ты как, брат, как тебе тачка-то? Как тебе она перепала, расскажи. Пойдем к ней, пройдем, брат. Пацан красавчик тоже, тот хороший сделал. Блин, она сильно изменилась, брат. Брат, меня в смысле замучили, гаджи-гаджи, помощник, гаджи-гаджи, повсюду, где только я не ехал. Блин, фары тоже поменял, да? Блин, многие не поймут, наверное, но это единственная в мире BMW, Хан BMW, это моя бывшая BMW. А? Я не понял. Чего не понял? Я не понял. Ну ты не понял, объясняю. Единственная в мире BMW, брат. Эта машина исключительно на любителя, брат. Ты ее любитель? И таких много, согласись. Очень много. А из изменений он поставил эти решетки, поменял диски и сделал какую-то оптику, какую интересную. Сил, брат, она, кажется, твою объедет. Блин. Я никогда не понимал. Опа. Два, правильно? Да. Но это не ремка. Это 335-я. Руль это поменял. Как на F90. Да. Он поменял эту штуку, табло, и руль какую-то поставил. Гур как шумел у меня, так и шумит, чтобы ты понимал. Попкорн, есть попкорн. Я стреляю в М2, брат. Хочешь ему? Дерьмо. Ну это что, я не понимаю, это не М-ка, правильно же? Нет, это 335-я на стейдже, брат. На стейдже первом, легком. Она тут турбо, брат. Просто что ты понимал, она тут турбо. Тут турбо, знаешь, что такое? Вот две турбины. Вот, пожалуйста. Ты понимаешь, что такое Алькантара? Да. Черный Алькантара потолок. Черный Алькантара потолок. А получается, ты здесь живешь, да, или что? Нет, брат, я при Кубанском. А здесь что делаешь? Проехал, короче, надо вас ознакомиться с местным человеком. Все, понял. Смотрю, Бэха едет без номеров, думаю, приколюсь сейчас. Блин, когда я выпуск снимаю, по-любому какая-то что-то должно случиться. И случилось это, пожалуйста. Прикиньте, я вообще не ожидал увидеть свою бывшую BMW. Пацаны, вы что думаете, М2 или это тройка? Тройка. Тройка? Тройка. Блин. Ну я на 1000000% уверен, что все будут выбирать М2. Это на 1000000000%. Потому что большинство любителей стока. Это сток. Сток. Это полный сток. М2. До рест. Не компетишн. А, это рест? Короче, это сейчас аккуратненько мы будем выезжать. А ну стоп, теперь ты дай. Напишите в комментариях, чей выхлоп звучит более приятно и интересно. Но мне кажется ее, потому что это слишком жесткий выхлоп. Такая лягушка уже. А ну, чему ты научился, брат? Просто расскажи там мне, пожалуйста. Резины нету. Брат, больше не нажимай, хорошо, больше никогда в жизни не нажимай на ней. Это было очень плохо. Это было 0 из 10. Плохо было? Ну, на троечку, брат. Почему на троечку? У меня резины нет вообще.
что опасно даешь. Почему? Переключение у тебя троят, брат, честно говоря. Давай, смотри. Я сейчас буду переключать, ты будешь газовать, окей? Давай. Сейчас ты за 5 минут научишься дрифтить как профессионал, брат. Профессионал у нас, просто профессионал. Так у меня резины нет, мы должны поменять резину, ты сказал, нет, давай поедем. А, резину же надо поменять. Мы в этом... Я тебе сказал, давай поменяем резину, сказал, нет, поедем в этот район. Не, сейчас мы... обратно за резиной ехать. Приехали на парковку добить резину и поедем, поменяем. Эй, самолет! Краснодар же не работает аэропорты, а? Военный, не? А, все, я молчу, брат. Значит, военные, если гости темы, я молчу, брат. Я просто, ну, закрою свой рот и чу. Артемка, сделай! Нормально научился, бля. Научился ты, что ли, брат? Я умею. Ты на шестерках умел? Да, на шестерках уже она не ехала. Но ты тоже резину уничтожил, брат. Сейчас проверим резину, просто чтобы вы понимали, насколько все плачевно. Вот, пожалуйста. У тебя уже все, брат. Хана. А у него? Хана. Ошалеет. Все, сейчас. Первым делом, пока мы не встряли, нам надо поехать заменить резину. Голову попал. Сейчас я сяду и покажу, как надо. Резины нет. Чё? Резины нет. У тебя что-то что, заикнулся просто, скажи, да, блин? Поехали, поехали. Сейчас немножко будет езда от первого лица. Дрифтовать, крутить, вертеть не будем, так как уже резина, к сожалению, у нас закончилась. Нет, резины. Останемся же, ну. Знаете, почему мне нравится М2? Это потому, что она турбо. Просто посмотрите. Три скорости. Я тебе говорил, три скорости идет. Она не идет, три скорости. Она не идет, три скорости. Потому я что она лысая. Я тебе говорил, что она не идет, три скорости. Она идет и три, и четыре пойдет. Ну, четыре, я перебор. Четыре, ты борщу. Борщу, ну ты идешь. Вот, вот поэтому она нравится. Смотри, ну, нет, ты едешь? Резины нету. Давай попробуем заехать, как что поедет. МВ ее не понимает. Может быть, он ее высушил. Не, она наоборот хорошо едет сейчас, лучше даже. Ты не нажимаешь, что ли? Поздно думает, понял? А, она раздувается. Ну давай, как она раздуется, вместе дадим. Раз, два, три. Бля, гаджи, гаджи. Это на комфорте, а, это в спортивном комплекте. А еще ДСО включил на лысой резине. Молодец. Жестко буксует, жестко. Раз, два, три. А, М2 объезжает, знаешь почему? Объективно. Я сильно не нажимаю, чтобы она не буксовала. Если у нее целяк резина будет, мне кажется, М2 улетит, брат. Да она улетит, конечно. В смысле, конечно. Да, конечно. Но она сломана, уедет. Нет, она спокойно и уедет. Что ты понимал, это турбо, брат. Забыл, что ли? У меня одна турбина тут. Турбо-уцы. У меня одна турбина. У тебя одна там, где мои вот такие турбинки. Артем, вообще твои первые эмоции, первые ощущения. Вот смотри, тебе 15 лет. У тебя под жопой появился М2. Начнем с того, что мне не 15. Ага, дальше. Не знаю, ну-ка, я всегда хотел М2, мне кажется, ну нереальная тачка. М2 это машина BMW, которая прощает ошибки. А Competition? А? Competition? Такая Competition, какая разница? М2 она прощает ошибки. Это, чтобы вы понимали, корч на каждый день, который вы будете каждый день дрифтить, и она будет не ломаться. Вот тут самый большой плюс. Сплюм сейчас. Я реально, я захотел себе М2 почему-то. А на пушка, нет? Брат, знаешь, почему захотел? А. Это машина, которую каждый день можно боком есть, каждый поворот можно боком залетать. И просто вовремя меняй масло и резину, и все, больше тебе ничего не надо. Вот так просто едешь, щелкаешь эту коробку. Да хватит ее щелкать. Что, сорвался, что ли, брат? Давай сейчас поспорим, то, что я на своей турбоприоре, я тебя объеду. Давай. Давай, на что спорим? Давай на 100 тысяч рублей. На 200. На 200 тысяч рублей? М2, я 100 тысяч? М2 200 тысяч. Я тебе серьезно говорю сейчас, я не на контент, еще могу камеру отключить, так поспорить. Да, без проблем, ну. Не, брат, на приоре. На приоре. На своей приоре, да. А это М2, а это приора. А? Это М2, это приора. Брат, у меня же не просто приора. А
турбо-приор? Ну, турбо-приор, да. Тут турбо? Ну, тут какая разница? Турбо или турбо? Сказал, тут турбо сзади, брат, вот тут турбо. Я не приеду в Краснодар, я тебя объеду. Не объедешь. А? Приедешь в Краснодар, 200 еще дашь, уедешь. Нет, 200 нет, давай по 100 тысяч поставимся. 200 еще у меня нет. Как ты соберешь? Уже она собрана, можно сказать, почти. Уже последние штрихи. Я уверен, что я тебя объеду. Я могу стейдж 2 мне кинуть, метанол закинуть. Ну, ты мне сам сказал, сделай стейдж 2, метанол... Ой, метанол закинуть. Я, кстати, Артему предложил сюда поставить стейдж 2 и установить метанол, чтобы он обижал в 10-е, эмки, все дела. Давай сделаем так, если ты говоришь, что она прямо, я могу закинуть спокойно. Не, давай на стоке заедем сначала. На стоке? Да. Это же М2, у меня приоры, брат, обычные. Все, договорились. Ма, реально договорились? Да, на сотку, по сотке. По сотке, да, держи, все. У тебя-то бабки есть, брат, у тебя бабки, блядь, куры не клюют, не клю. Как это говорят? Куры чего делают? Первый раз слышу, что куры. Бабки куры не клюют. Не понял, вот сейчас не понял. Бабки куры не... Какие-то бабки и куры, короче, у тебя-то... Короче, у тебя бабок, брат. Да нет денег, ну реально, что ты начинаешь? Нет денег, как так, такой возраст можно купить М2 и иметь еще в гараже Ешку или Сян? Ешки нет. А, ты Ешку продал? Я же Ешку обменял на нее и доплатил. Машинку срочно надо, очень срочно. Почему? Какой радиус-то? Какой радиус у тебя? Алло, Саша, да, привет. Как ты? Сейчас. Нормально, ты как? Нормально. Ищем резину. А этот, резину можно у тебя забрать? Че? Да, приезжай, забери. А ты где сейчас? Кстати, тебе нравится тема? Я думал, это завод, но это не завод. Прикольно, мне очень нравится. Здесь сделайте ставку. Брата, 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 Представь. Я скажу, когда она сделает ставку. На Гаджи бывшую машину сделайте. Брата, Ждает зло, не брехня. То пожелай мне доброго дня. Если нары жесткие, как говорят ребятки, то пожелай мне мягкой посадки. Плюю кровью, сечка над бровью. Пожелай мне здоровья. Пуля в затылок, упал на песочек. Короче, на М2 уже нашли резину, поменяли. Осталось на это час, чтобы вы понимали, час искали резину. Все же нашли. Кстати, нам подъехал наш брат Ахмед. Ахмед, как ты? Все, кто говорил, то, что мы там, ну, в ссоре, не общаемся, снимать с Ахмедом ролик, вот. Не, брат, нормально, брат. Все нормально, братья должны оставаться, братья. Ставьте ставку здесь, как Ахмед очень плохо отзывался об этой BMW. Дурак, что ли, как можно на ней ездить, брат? Ты посмотри на UV. Стыдно, брат, на ней ездить было, честно. Я бы лучше на битой семерке ездил, честно. Мне вообще не нравится. Что? Давай теперь мы переснимем этот кадр, и типа это ты, Ахмед, скажи, она бомба, брат. Чё думаешь, брат, нормально же быха? Не, брат, вообще чётко, на самом деле, в нём смотрится так необычно. Ты не знаю, как деньги обещал дать, что я так скажу, брат, давай. Всё, душили. Да. Чётко. Ну, видите, сейчас чё? А так Ахмед приехал на... А где твой банан? Банан на заднем сиде. Это ж твоя приора? Моя приора. Идём небольшой этот приор, посмотрим, брат. Хорошая приха, брат, хорошая. Реально ухоженная приха, брат. Вот же он на своём Австралии, брат. Давай, брат, венгал ты. Нормально, бля. Хорошо там, ма. Жидкий момент, жидкий момент. Дал. Слева, справа. Справа, прямо. Залетел. Я не умею быстро ездить. Продай М2, брат, продай М2, купи себе, брат, десятка. Куда ты хочешь, удариться хочешь, ты что делаешь? Я ничего не делаю. Резван, что делает? Вы не хотите съехать с этой улицы? Стой! Это что, красно-синее, лишение прав. О, заработали. Сцепление сгорело. Резван, если вариант есть, больше так никогда не делать. Надо новое сцепление, картину выжимать. Надо новую машину, Резван. Скорее всего, да. Так как Артем не умеет работать с коробкой, вот я буду переключать. Давай, раз, два, три, пошел.
Как тебе такое? Как тебе такое? Да я не хуже сделал. Ты хуже, ты вообще надо. Ребят, запомните, на М-ке нельзя ездить на драйве. Вот этот человек всегда ездит на драйве. Я не всегда езжу на драйве, но я не хочу на. Давай, лайку. Давай еще раз бук взял. Остановись. А сейчас что, не получилось. Не, ты газ пол не дал просто. Газ пол дал. Ну да, надо резко дать. Нормально было. А ты держишь ее? Не, знаешь как, посмотри. А не надо ждать пока до конца удар, смотри. Ты понял, ты как будто, она как будто бернау делает. Да. А ты ее, ты держишь первую? Не держишь. Как? Я же тебе объясняю, смотри, остановись. Сразу, нажми. Сразу. На четырех надо уже переключать. Здесь на меня люди подпишутся. Блин, по-братски, вот каждого прошу, блядь, человек. Я уже устал от него. Вот здесь будет всего ссылка. Перейдите там просто, залайкайте его страницу, убейте его страницу, блядь. Прикинь, убейте, все жаловаться начали. Не, просто я хочу, я же ничего... Пожалуйста, подпишитесь на него. Я не рекламирую ничего. Я ничего не рекламирую, не продаю рекламу, херню всякую, ничего. Просто, да, в касте, я хочу подписчики... Брат, вот так, боком. Резван, легенда. Он что делает? Ты видел его лицо? Так, мы уже на парковке. Эй, что ты? Он что делает? Тихо. Тут где? Он дернет. Ой. Он же, бля, его с собой не забрал. Стой. Стой, тихо. Пусть опробок. Делаю. Стой, блин. Ты что, не ударил? Это BMW, интересно. Это R10, кажется, брат. Блин, наконец-то мы доехали до площадки этой. Тихо. Блин, прикинь, перевернется. Ой, блин, тихо. Смотри, что он делает? Он, бля, крутит вокруг моей машины. Все, хватит. Да все, угомонись меня. Да остановись, да. В натуре опасный резван. Вот такой площадки не хватает в Дагестане, брат. Чтоб ты приехал, никому не помчал, просто взял, приехал, сел. Я не переживай, сам сделаешь. Ты думаешь, что нужно объяснять? Ну вот такую полную парковку возьмешь ты? Да, давай даже поспорим. Я у тебя выиграл в Инстаграме отметку. Ага. Дальше. Ну, ты мне сделал мне? Вот, бля, вот, скажи им, чтобы меня подобрать, я тебя умоляю. Если ты такой полный один круг, как я, возьмешь, у меня был полный круг. Да. Поэтому площадка больше, чем футбольное поле. Вот сделай полный круг, я на третье же этого. И? Я тебе, ну, сделаю еще одну отметку и сделаю большой призыв. У меня еще один круг. Давай, ты попробуй. Давай. Сделай полную. Сейчас посмотрим, как он делает. Не пошла. Что за хрень? Нормально сделай. Можешь, да, на машину залезть? Да. Да что ты делаешь? Он чуть бордюр не ударил. Ты зачем так делаешь? Брат, ты зачем руль поворачиваешь и машина прямо тормозит? Блин, я бы тебе объяснил бы, блин. Давай, попробуй еще раз. Пошла вторая и третья. Вот, третья пошла. Блин, ой, блин, что делаешь? Сейчас будет небольшое обучение дрифта. Thank you.
где наш Бэтмобиль? Вот что, вот же, прикинь, где наш Бэтмобиль. Я думал, он не приедет уже. Че так долго, брат? Очень долго, пробки, брат, пробки. Сейчас будет дрифт на Бэтмобиле. Убивает резину. Ты что делаешь? Я теперь понял, почему у тебя резины нету. Ты натуре убиваешь ее. Так нельзя ездить на ней. Она так очень сильно умирает, очень сильно. Можно попробовать, да, тест сделать? Приколись. Сколько ее помню, она была очень сложной на дрифт, очень сложной тачкой. На М2 мы сделали 3-4 круга, да полно, прикинь, мы полную эту площадку взяли. А ее хотя бы, если ты один сделаешь, ты уже профессионал. Там просто отпустил, там уже зуб был, вот так, я ее отпустил и ее вот так швырнул. А так она очень больно. Это естественный ход событий, когда дрифтуешь. Еще, еще, еще. Сейчас, брат, дрифтуйтесь как бы. На моей резине. Только поставили. Пацаны, это вам от меня. Это вам, это вам. Куски резины так разбирали. Короче, уже стемнело. Я в Ютубе. Подпишитесь на канал Гаши. Давайте добьем ему лям до 25 года, Нового года. Не, до конца этого года. До конца этого года давайте. 2 миллиона. Пошел! Настя. Жесткий дрифт, жесткий. Не осталось от слова совсем. И у меня, ни у него тоже. Да. На этом, наверное. Слушай, я хочу сказать, можно? Инстаграм хочешь сделать? Нет, нет, нет. Я хочу сказать то, что чтобы люди делали нарезки своего видео. Я когда буду заходить в Инстаграм и видеть нарезки, если будут классные нарезки, буду на рандом деньги закидывать. Да. У этого пацана очень много бабок. Нет, нет, послушай, нет. Очень много бабок у этого пацана. Очень много денег. Поэтому, кто будет делать нарезки, он будет скидывать бабки, как Милстрой. Милстрой что делает? За каждый миллион просмотров своих нарезок он скидывает 20 тысяч рублей. 20 штук на миллион просмотров будешь скидывать? Нет, поменьше, пора... поменьше будешь? Будут, бабки будут закидывать за просмотры. За просмотры те, кто будут меня отвечать, будут закидывать. Снимай просто его, его снимай просто. Это, не знаю, вам понравился или нет, выпуск, выпуск получился короткий. Но много жогового прям такого не было. Ничего прям опасного не было в городе, не исполняли максимум с буксами, немножко уходили, то есть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был очередной выпуск на моем лайв-канале. Чисто у нас в лайв-выпусках не бывает никакого конкретного плана. Мы просто собираемся и выезжаем. И все, что происходит, это все рандом. Собирались снимать чисто на М2. Случайно нарисовалась моя бывшая тройка BMW. Вообще совершенно случайно. И получился, я думаю, неплохой выпуск. Потратили на это целый день, 2 комплекта резины. Поэтому я думаю, вам не сложно просто поставить лайк, подписаться на канал. Потому что я хочу до конца года добить 2 миллиона подписчиков. Пацаны, что думаете? Банда, да, пацаны тоже от души их ссылки оставили вот тут аккуратно, вот от души тебе тоже новый владелец моей BMW, это Артём. Просто братское, салам алейкум. Все, давайте.